Очень не хочется пользоваться аналогиями из земной фауны. Боже упаси, это так стерегу. Так что, с чем мы на данный момент имеем дело, можно с определенной натяжкой сравнить суть. Уровень заражения в этих туннелях крайне высок. Найди Ривза и его людей. Я потерял с ними связь, когда они спустились под землю. Береги себя, срок. Они могут в целом не вредить. Отрывать щупальца гадам, терроризирующим наш город! Ждите, ребят, к лучшему! Одно из вас
почтем за боевые потери. Всем, чем ты попробуй найти скатер. Надеюсь, это предупредит нас о том, что ждет впереди. Доступные тактические возможности. Считая Тары Стрикланд, он был моим лучшим оперативником. Судя по внешнему виду системы, споровое кольцо пролегает где-то рядом с нижними уровнями. Нужно это исправить. Полагаю, здесь можно найти переключатели потока. Но выглядеть они могут как угодно. Разрушить проводник спора. Войти в хранилище. Нужно пробраться в центральный комплекс. Судя по схемам, которые успели передать люди Ривза, полагаю, тебе нужно взорвать трубки и расширить получившийся разрыв. Ищи слабые места в структуре. Максимум.
Но надо поторопиться. Эти точки находятся готовы здесь.
Хорошо. Посмотрим, что сделает костюм. Заражение на нас скоро. Поиск интерфейса. Прекрасно. Распознавание. Установка связи. Ответ. Протоколы совместимы. Альгатрас, слушай меня внимательно. Решение принято, бомбардировщики в воздухе. Убирайся оттуда. Я за тобой вертолет послал, но тебе придется поторопиться. Давай, поднимайся, не тормози. Надежда только на тебя и твой костюм. Он должен быть где-то здесь. Да, если этот клуб дал нам верное указание. И если этот парень не утонул. Чертов ты там. Нет, ты можешь в это поверить, а? Отставить себе. Там! Вон там! Контакт! Это я, Чайно. Помнишь меня? Что с тобой случилось? Отличный костюмчик. На 5-й авеню брал. Почему без меня?
Давай. Нам нужно найти более безопасное место. Мы здесь сдохнем. Это точно. Поддержать группу Дейта. Добраться до точки сбора. Держи. Доступные тактические возможности. Нановизор включен.
Thank you.
Нужна помощь! Срочно! Понял, Чарли, мы уже в пути. Кстати, я тут отправил к вам бойца. Позывной Алькатрас. Вот он подойдет. Группа Дельта, это Циклоп-7. Подхожу к площадке. Переброшу вас на вокзал. Постарайтесь быстро и без проблем, ладно? Вас понял, Циклоп-7. Ориентируйся на дым. Отходим на площадку. Марш, марш!
Заполняем боезапас и держим позиции. Командир, это Чайна. Мы почти на месте. Следите за небом. Я тут видел корабли, идут в вашу сторону. Вас понял, Чайна. Вы слышали? Готовьтесь, ребята. Внимание! Корабль! Вот так, морпехи! Поджарим его! Тоже меня. Я использовал твой костюм как ретранслятор. Это что за хрень? Меня зовут Джейкоб Харгрив. Возможно, вы в курсе, что костюм Алькатраса в данный момент мутирует в биологическое оружие, способное спасти нас от пришельцев. Но для завершения процесса нужен агент-стабилизатор. К счастью, ранний прототип данного биопротокола до сих пор находится в моем офисе. Алькатрас, ты должен добраться до здания корпорации Харгрив Раш. Я передам тебе координаты. Возьми с собой своих коллег, помощь тебе понадобится. И постарайтесь побыстрее. Цефы ждать не будут.
зданиях, Харгрив Радж. Вот только главный вход завален наглухо, а все остальные блокированы системой охраны. Частично разблокирован только подземный гараж. Через него тебе и придется прорываться наверх. Образцы биопротоколов хранятся в научном секторе на 18 этаже. Лифты и лестницы сейчас перекрыты, но ты можешь перезагрузить систему с поста охраны в холле. Постарайся поторопиться. Алькатрас, сюда! Быстрее! Здание Харгрив Радж прямо перед нами. Работаем без спешки, но не придется. Вперед!